Ирина Баганец родилась и выросла в Искитиме. Она замужем, воспитывает двоих детей. Имеет высшее юридическое образование. В подразделении работает с 1986 года. Поэтому проблемы горожан она знает в полном объеме. Главная задача сегодня – своевременное и беспрепятственное оказание госуслуг населению. Первое, что нужно было сделать – добиться сокращения очередей. Сейчас, конечно, меньше очередей в связи с тем, что разгрузилось все-таки, в связи с тем, что прием ведет и МФЦ, и граждане обращаются через государственный портал, то есть в удобное назначенное для них время они приходят к нам, то есть мы им назначаем в те дни, когда нет у нас приема, то есть чтобы разгрузить эти очереди. Услуги стали доступнее, но людей нужно научить с ними работать. Если городские жители знают, как пользоваться интернет-ресурсами, то вот сельские вынуждены чаще появляться в отделе. В рамках программы доступной городской среды получить госуслугу теперь может и человек с ограниченными возможностями здоровья. Пару недель назад здесь установили пандус. К нам приезжал уже один гражданин, то есть мы по звонку выходим, встречаем его и оказываем государственную услугу. Ранее работа с этой категорией граждан велась только при выезде на дом по просьбе инвалида или его родственников.